Поликлиника на выезде. В Днепре медики организовали однодневное обследование пациентов в гериатрическом пансионате. Из больницы с собой привезли все необходимое оборудование. Мои коллеги продолжат. Татьяна Шевченко – подопечная гериатрического пансионата. Женщина стала замечать, что резко теряет зрение. Но попасть к врачу из-за карантина никак не могла. За территорию никого не выпускали. Да, я бы с удовольствием поехала. И в аптеку бы сходила. А чего? Я потихоньку с палочкой. Вот. Но не пускают. Карантин здесь объявили 5 месяцев назад, когда начался сезон гриппа. Все это время подопечные пансионата были изолированы от внешнего мира. Не пускали даже волонтеров. То мы, в принципе, имеем транспорт и можем доставить наших подопечных, но все прекрасно понимаем, больницы закрыты и лишние контакты с какими-то людьми, которые будут находиться в этой же больнице, сейчас крайне нежелательны. Как только появилась возможность, в пансионат приехали медики областной больницы Мечникова. К 15 специалистам, среди которых терапевты, травматологи, неврологи, окулисты, сразу выстроились очереди. Что-то видно? Да. Мы продумаем каждый выезд, количество людей, которых мы посмотрим. Сегодня нам заявили более 400. И мы будем делать все возможное, чтобы своевременно эти люди могли получить медицинскую помощь. Днепровский гериатрический пансионат – один из самых больших в Украине. Здесь на попечении более 600 пенсионеров с различными заболеваниями. Практика приезжать и обследовать подопечных не нова, но во время эпидемии коронавируса стала особенно актуальной. Наталья Гусак, Владимир Штенгелов, Днепро, «Твой дом».